Одно из самых ярких молодежных событий этого лета пройдет в августе в Кубанском ущелье. Там состоится Всероссийский высокогорный форум «Махар-2024». Он соберет самых активных, целеустремленных и невероятно талантливых ребят нашей страны. Об этом написал в своем телеграм-канале глава республики Рашид Тимрезов. В рамках форума пройдет также конкурс Росмолодежи. Каждый сможет осуществить свою мечту и реализовать собственные проекты. Подать заявку можно до 10 августа.